Сегодня стали известны некоторые подробности об итогах третьей видеоконференции российских и американских военных по работе ВВС двух стран в Сирии, которая завершилась накануне поздно вечером. Минобороны России сообщили, что самая суть будущего договора практически согласована. Позиции сторон по ключевым пунктам сблизились, осталось обсудить детали. Этим займутся уже в ближайшее время. Разработан план дальнейших действий. В нашем оборонном ведомстве резюмировали, что дискуссия, как всегда, носила профессиональный и конструктивный характер. В Пентагоне очередной раунд консультаций оценили точно так же.